300 рублей, что ли, или 200. Вот, а этот мерлистин, он стоит, по-моему, дешевле. Это уже все большая упаковка. Да, да, да. Да. Вот, поэтому я считаю, что это марки. В общем, окаместин и мерлистин, в принципе, одно и то же. Но вот хлоргексин может только вокруг глаз. Ну, смотрите, у него выделения исчезли, как только я. Слышите? Помурчит. Выделение у него сразу исчезло.